Дорогой народ, сейчас Thanksgiving Eve. Через 2 часа к нам придут 30 человек. А мы только купили для турки эту штуковину. Для индюшки. Почему? Потому что мы были emergency room. Лео constipation. Небольшой запорик. Но нам сказали, что все классно. Дали нам какую-то витаминку, и мы все успеваем. Это чисто для памяти. Вот через 35 лет будем вспоминать, как это было смешно. О чем мы хотели заснять? Потому что сзади нас ни одной машины. Смотрите. Настоящий Thanksgiving, День Благодарения. Очень мало машин на улице. Все магазины пустые, а мы на дороге. Потому что нам надо было купить что? Вот это. Лео, помаши ручкой, скажи всем пока. Дорогие друзья, если вы забыли ключи от квартиры, вот способ залезть. Я вам не буду говорить адрес, где я живу, но считайте, что я оборвал свой собственный дом. Вы видели? Счастливый ребенок идет в emergency. Ты счастливый? Да! Друзья, очень странное путешествие Кайзера при таком счастье Леонардо. Добро пожаловать. У нас куча хороших соседей. Да.